Плакат или картинка с дубом. На ветвях висят предки, как плоды. Так мы себе представляем древо. Тут сразу две проблемы. Во-первых, ужасный дизайн, если так можно назвать большинство шаблонов продукции издательств и генеалогических агентств. Во-вторых, ошибка восприятия глубокой, объемной работы, как простой задачи нарисовать картинку. Древо не равно генеалогическому исследованию, это только вид презентации связи между предками. В работе сподручнее использовать программу, которая выглядит как специфическая база данных или поколенную роспись. По виду это перечисление имен, пронумерованных по разной системе. Кстати, даже древо бывает разным. От предков к потомкам в обратном порядке, в виде полукруга или круга, с боковыми ветвями или только по прямым предкам, слева направо, ну и так далее. А если взять шире, то древо даже не самая лучшая форма презентации результатов исследования сейчас, в век цифровых технологий. Зачем ограничивать фантазию дубом и печатью на бумаге, а не снять фильм, сделать видеопрезентацию, сайт? Историю семьи можно вписать в интерьер сотни разных способов. Галерея предков, заполнение стены в виде фотообоев, семейный календарь-трансформер. Если вы все же хотите пойти традиционным путем, то обратитесь к нам за эскизами с современным дизайном для сравнения. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!